Здравствуйте, судари и сударыни. Исполнение адресуется Ерохиной Светлане Владимировне. Михалков Сергей Владимирович. Ослу доверили однажды пост завидный. Лесным дельцам сказать им их похвалу. Какой-то важный зверь, где надо, очевидно, по дружбе оказал протекцию ослу. Осел на должности, что было сил, старался. Одним указывал, других учить пытался. Но как бы он себя с достоинством не вел, каким он был, таким он и остался. Ушами поведет, все видят, что осел. По лесу поползли невыгодные слухи. В порядке критики пришлось при всех признать, не оправдал надежд товарищ лопоухий. Не справился, с поста придется снять. И вот на пост вала ушедшего в отставку зачислили осла опять на ту же ставку. И снова слухи по лесу ползут. Он, говорят, проштрафился и тут. Одни смеются, а другие плачут, что если к нам теперь его назначат, вопрос со ослами ясен, но не прост. Ты можешь снять с осла, коль это нужно, шкуру, и накрутить ему за все ошибки хвост. Но если уж осел попал в номенклатуру, вынь да подай ему руководящий пост. Да, Светлана Владимировна, вы не видите, а я вам сейчас подмигиваю. Всем спасибо.